Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Вот она, долгожданная все-таки игра века, которую делали почти 15 лет с 2008 года, да, получается, не говорили? Все-таки вышла на экранах, так сказать, блин. С онлайном 200 тысяч, 30, 230 тысяч, то есть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пора испытать эту игру. Зря ты записываешь, потому что кастомизация еще будет. Тут мучиться если. Так, ладно. Нажмите любую игру для. Для продолжить. Тут что ты несешь? Так, настройки. Excuse me. Экран. Генепик. ПНП монитор. Что это за монитор такой? Так. Динамическое разрешение. И качество игры это не нравится, графон, блядь. Ну тебе нахуй. Так, высоко, высоко. Калку выключить. Что такое VSR2? Значит там. ДВСС нету, да, в этой. Все, да? Назад цифру урона, ДПС. ДПС нафиг он. Вязки. Доступность. Ну, поехали. Нет, ничего. Чего тут нету? Утверждаем. Говорят, самая оптимизированная игра. Посмотрим, как этот Говард, тот Тодик. Тодик Говард. Обещал выпустить игру без багов и без хуёвой оптимизации. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Блин, везде я сегодня в Деймор играл, блин. Вроде игра-то не игра-то, блин. Везде я ушёл. Даже в Baldur Gate 3 не смог поиграть толком. Там проходить тоже, ого-го, блин. Когда буду проходить, не знаю. Сентябрь весь забитый. Думаю, в понедельник. Игровые студии Bethesda представляют. Starfield. Новый Mass Effect, короче. Можно было так и назвать. Mass Effect, блядь. Все. А только от Bethesda. 2330 год. Город убивающий, аванпост добытчиков Аргоса, луна Вегнер какой-то. Блядь, не знаю, графика какая-то. Здорово, ёпта. Что такая? Что это за монстр? Seals are good. Oxygen's good. Just do what you did last time, and you're fine. Ну да, русский не весь. Hela, what's my one simple rule? Listen to Lynn. Boss lady knows best. Exactly. Listen to me. Mining's just like any other job. Go steady, go safe, go home with a pocket full of credits at the end of the day. Yeah, totally. It's just like, I work in the Stardock. Except, with more cave-ins, lasers, and accidental dismemberment. Very helpful. Thank you. Ah, you're gonna be fine. Your first outing was solid. And, gonna you know, be let's fine. Be honest, it ain't exactly astrophysics. That's why I keep him around. Good pep talks. Yeah. And the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300 meters. Not untrue. A shame we won't find any down here. But the metal deposits alone should pay for our own helium. Hell, after this, we'll have enough junk fuel to bounce from one end of the settled systems to the next. Hey, more minerals, more money. And so the cycle repeats itself. Just no more unauthorized jumps in Alpha Room space, okay? He's just a big baby. There are worse lives. You know, most Dusties don't even make it this far. А ноги, ноги, I have a good ноги, feeling ноги, about you. Тот город, блядь, ноги в пыль не видел. One of these days, Hela, I am going to leave you behind. Promises, promises. Promises, promises. Okay. Let's see what we got. How old are we on time?
Ну, хотя бы что-то. Little longer. Grab some samples. Да. Фоторежим. But not you. Make sure she eases up on the breeze. Я хочу. Как понять? Вообще здесь нет выбора языка. I don't feel like getting buried alive today. Remember, Dusty, keep your breathing steady. Never take our helmet off down here. Oxygen processes don't extend this far. Yeah, because God forbid we drill on a rock with breathable atmosphere. Know what I love about working in Freestyle Collective Space? Летучек. Летунчик, летунчик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте. Давайте, давайте. Мне 4 подписчика осталось, и будет 1300. Хуя он там с лазера хуярит, блядь. Только я не вижу, что фронт работает будет. Почему порода не ломается, блядь? Ну какой робокран, блядь. Как мне сделать от третьего лица? Хочу от первого брать. Аж потом. Айо, excuse me. Хотел посмотреть. Ага, да, я хотел это посмотреть. Да, чуть не забыл. Можно на торрентах. Такой себе. Fancy
Сигнализация еще хорошо. Он не наебался. Well, we're on this rock. Time. You're with me. What are you waiting? Come on. With me. And here we go. In 3, 2, 1. Пойдем, твою мать. Ella, get the readings. Yeah, about that. Не успевает просто. Локацию вещь. Not if you consider a spike in gravity readings a problem. I don't. You don't? Бегать можно сколько угодно, да? Дай мне настройки этой игры. Организации персонажа на нет, что ли? Он, блядь, не пойдет. Тот бесит. Ну, сам не будет. Я знаю, надо будет быстро проходить Baldur's Gate 3, блядь, и ставить ее на SSD, блядь. Чё на них? Куда-то полетел.
Come on. Take it easy. You're out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Кастомизация, пошли. Ёбаный в рот, чё это за хуесос, блядь? Давай мышкой. Это, блядь, за хуйня? За пончики, блядь. Неплохой, да? Волосы поменять. Все, это все вид. Ладно, это... давайте, веселитесь и спать. Давай, Жень, спокойно, чуть-чуть рано. Надо уметь отдыхать. Нет, точно верно. Давай, спокойно, Жень. Давай. А, что, Россия, что ли, блядь? Ёбаный я вот что-то. Но долго походу. Вот это неплохо. Вот так вот. Кинтон. Лицо и Ой, вот это тут уже неплохо, слушай, вот тут уже ничего так. О, это лицо мне нравится. Теперь больше похоже на правду.
Босс. Без ассортимента. Волосы у юбанские. Че, таких нельзя было сделать? Ну это страшно. Мальчик. Подбородок. Есть подбородок? Отключу. Глаза. Вот. Да, вот эти волосы мне больше нравятся. Прежде чем их ставить, надо подбородок починить.
красного. Типа румянцы? Румянцы. Это шея, что ли, блядь? Продок вроде убрался. О, это уже больше похоже на правду. Вот подбородок. Сбивается, да. Брать в никуда не вверх. О! Чуть-чуть не так. Больше будет похоже на правду, да? Да иди нахуй, блядь. Мешаешься, сука, блядь. Ты хуй ты, блядь. Бывают всякие доебатели.
Блять, все-таки SSD у нас. Какая, ну, подвагивает. Yes. Нормальные будут. Блять, что? Господи, блин, я ну что? Там щеки могут. Ой, камон, мазафака, хватит писать, блять. Что тебе надо, нахуй? Просто можно накосячить, потом, блядь, видеовать, нахуй. Вот эти щеки пиздатые, кстати. Ну, у нее вроде неплохая девка. Волосы. Там уже видно будет. Волосы вообще мало волос, блядь. В Бардуке 3, то там вот такой большой список, блядь, как в Монстре Хантере, нахуй. Как бы все дохули.
Что такое дядя Див? О, может такие волосы я оставить? Ну что так симпатичная, блядь. Ну, можно такие, в принципе, оставить, но я хотел вот эти. Еще не обычно. Так, так. Да. Это хуйня у нас. Кажется, в флоте четвертом, по-моему, по письме не делается. Так, вроде бы. Прав, может идти волосы. Этих. Ну да, эти там топ, топчик. Подбородок выпрыгнул. Вообще. Ну не так вроде ничего. Симпатично. Да, вроде ничего такая девка. Нравится. Я так понимаю, это хиллер, это ДДшник. Бокси. Дуэль. Крафтинг. Эос. Базерс. Уэр. Пятка. Ганстер. Лонг Хаулер. На мечах. Хуя на хуй мечах. Бим. Профессор. Ронин какой. Смотри, до... Эос. Доудер. Фейс. Логист. Я не знаю. Баст, Хантер. Вот медик. Мир. Раннер. Элсики. Можно вот это. Да, блядь. Стрит. Чё это значит, блядь? Чё за Киво Стрит, блядь? Райзен какой-то. Так, как Мастер. Вондер какой-то. Чё это такое, блядь? Вот это хочу. Ладно. Этот нахуй. Так, с мастер, терм, фирма, блядь. Что это значит, Вантер? Давай этот. Имя. Имя стандартное. Они, она, блядь. 40 минут